Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И в сегодняшнем видеоролике мы поговорим о смартфоне Poco X3, а точнее о его браке. Да, вы не ослышались, и здесь точно так же есть брак. И в последних смартфонах, каких я покупал, он точно так же присутствует. Либо мне везет, либо Xiaomi так делает. Не знаю, кто прав, кто виноват, но здесь тоже присутствует брак. В чем заключается суть? В том, что кнопка питания, она залипает. Если вы нажимаете кнопку питания по центру или немного выше центра, она работает хорошо, срабатывает все четко. Вот послушайте, сейчас и щелчок будет слышен хорошо, и нажатие прощупывается отлично. И по центру чувствуется хорошо. Но если я буду нажимать немного ниже центра, то она просто залипает. Просто залипла кнопка питания. Вот смотрите, она вровень с корпусом получается. И смартфон перезагрузился. Нужно теперь где-нибудь придавить. Вот теперь она нормально, не зажата. И все отлично. Ну и смартфон пока перезагружается. И такое уже было несколько раз, я сначала не мог понять, в чем суть. Если взять тот же самый Poco X3, не Pro-версию, а NFC, старый смартфон, здесь проблем нет. Нажимается как и сверху, так и по центру, точно так же и снизу. Здесь кнопка полностью вся, рабочая, хорошо. Проблем никаких не возникает. Пользуюсь им уже месяцев 7 примерно. И с этим проблем никогда не было. Но здесь проблемы есть. Давайте еще раз вам продемонстрирую. Нажимаем верхнюю часть. Вот смотрите, и разблокируется смартфон нормально. Нажимаем, он реагирует. Дальше нажимаем на центральную часть. Точно так же дисплей подсвечивается, все хорошо. Но стоит нажать на нижнюю часть кнопки. Как вы видите, выходит меню включения, выключения или перезагрузки. Если мы не трогаем, то кнопка по-прежнему получается нажатой и идет перезагрузка самого смартфона. И приходится еще раз, опять пошла перезагрузка, и приходится еще раз где-то нажать, чтобы она не заклинивала и не была постоянно нажатой. Еще раз демонстрирую. Нажимаем верхнюю часть, дисплей реагирует. Еще раз реагирует. Центральную часть реагирует. И теперь нижнюю часть. Сейчас смартфон должен теперь перезагрузиться. Да, видите, перезагрузился. Если я не буду ничего трогать, то он перезагрузится еще раз, потому что кнопка до сих пор получается нажатой. Видим? И так пошла циклическая перезагрузка, круговая. Если присмотреться, кнопка сейчас, ну вот, вровень, она вровень с корпусом, она вовсе не, даже чуть-чуть не выпирает. Приходится делать, чтобы она не была зажатой. И тогда смартфон уже будет запускаться нормально. Меня просто теперь дальше интересует, все-таки это массовый брак или не массовый брак, или это мне просто повезло. Если вы являетесь владельцем смартфона Poco X3 Pro, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такой дефект или нет, залипает ли кнопка питания. И если вы вдруг подумали, что туда что-то попало, то нет. Ну, можете посмотреть на видео, прекрасно видно, что здесь все чисто, я пробовал и вытирать, и протирать, ничего это не дает, но просто-напросто есть такой вот получается нюанс. Еще раз сейчас нажму и посмотрите, смартфон перезагрузится. Просто одним нажатием, все, пожалуйста. Вот кнопка вышла из своего паза. Вот такой вот нюанс присутствует. И здесь, конечно же, можно было сказать, ну зачем нажимать в нижнюю часть кнопки? Ну, во-первых, иногда так попадаешь, это бывает, случается, иногда, ну, не глядя все это, берешь смартфон руками, нажимаешь, прижимаешь, да, так случается. Ну, а второй нюанс, то, что смартфон, то большой, габариты большие, и зачастую получается так, что палец ложится, ну, в лучшем случае, на центральную часть кнопки.
Вот. А в худшем случае ложится туда, куда неудобно получается, туда, куда смартфон перезагружается. Вот, пожалуйста, я просто-напросто раз нажал кнопку питания, и все. И обратите внимание, при таких вот габаритах как раз палец мой ложится больше всего на центральную и нижнюю часть, а не на верхнюю. Если я буду держать на верхней, у меня есть риск просто выронить смартфон. Он лежит в руках неудобно. Когда он лежит вот именно вот так вот, есть упор, есть удобство. Я нажимаю кнопку и... Нет, сейчас, наверное, не перезагрузится. Еще разок. Да, видите, перезагрузился. Просто обычное нажатие кнопки.